Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Засушиваю приправу на зиму. Вот у меня листья хрена, я их засушила. И вот у меня укроп. Вот такой вот укроп у меня вырос на дачном участке. Я его сорвала, помыла. И вот засушиваю на балконе. Собственная приправа с дачного участка. Экологически чистая. Срезала укроп, помыла, теперь сушу. Потом буду измельчать в кофемолке, и получится у меня собственная приправа из листьев хрена. И здесь вот у меня такие вот соцветия укропа. Кто не подписан на мой канал, подпишитесь. Поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.